У меня в морозилке были заготовки, и я сейчас просто приготовлю самое из всего, что было, что-то очень такой быстрый суп. Рис бурый замороженный, уже отваренный. Это вот томаты протертые, а это замороженный говяжий бульон с мясом, с морковкой уже пассированной, с луком, ну и тоже томат. Вот из этого всего сейчас будет суп. Сейчас посмотрим, что получится. Сушеные бабочки, замороженные палки зелени, ложечка адыгейской соли и чеснок еще. Ну вот, вот такой вот суп у меня получился. Сейчас траву достану. Смотрите, видите, и мясо, и помидорки. Вот, и очень даже выглядит и пахнет вкусно чесноком. А на суп я обычно обжариваю сразу много лука с морковкой, иногда с сельдереем. Часть я замораживаю. Готовлю таким образом суповые заготовки. Для заморозки удобно использовать зип-пакеты, которые продаются в IKEA, Вкусвилл, ну, в принципе, во всех хозяйственных магазинах. Вот таким образом у меня получилась заготовка сразу на 4 небольших супчика. И вот отломала, видите, кусочек. И сюда прям тыринц. Положу 2, потому что здесь тут много супа прямо.